За честные и открытые выборы. В правительстве Ярославской области прошел круглый стол с участием представителей муниципальных общественных палат. Основной вопрос встречи – работа наблюдателей на выборах президента страны 18 марта. Сейчас активно набирают общественников, которые будут оценивать ситуацию в 3 воскресенье марта. Всего в Ярославской области двери для избирателей откроют 869 избирательных участков. За ходом голосования в каждом будут следить по 2 наблюдателя от общественности. Представители национального движения «Мониторинг» будут применять современные интернет-технологии и оперативно публиковать данные о нарушениях на официальном сайте. Наша задача максимум закрыть все избирательные участки на территории Ярославской области. Мы планируем вовлекать в процесс общественного наблюдения молодежь, которая посредством использования новых технологий, в том числе сайта информационного портала NOM24, сайт будет работать с технологией блокчейн, будут проводить наблюдения на выборах и оперативно в онлайн-режиме докладывать о наличии или отсутствии нарушений, о явке согласно расписанию. Наблюдатели очень играют важную роль в избирательном процессе. Они выступают такими контролерами общественными, не общественными, как раз в большей степени ангажированы политическими контролерами. Они в интересах своего кандидата, своей партии осуществляют контроль за работой избирательных комиссий, смотрят, все ли мы правильно делаем. И это на самом деле очень хорошо, потому что это позволяет нам свои ошибки выявлять, устранять. Ну и проблемные ситуации, которые возникают, или вопросы, сразу на месте разбираться, что и как происходит.